Здравствуйте, двоечники. Здравствуйте. Здравствуйте. Где остальные? Не знаем. Берите билеты. Экзистенциальная психология – одно из направлений гуманистической психологии, которая посвящена изучению основополагающих вопросов человеческого бытия. Это такие вопросы, как… Тетрадку. Основополагающие вопросы человеческого бытия – это прежде всего вопросы жизни и смерти, свободы и ответственности, общения и одиночества, смысла и бессмысленности существования. Главной психологической реальностью являются переживания человека. Этот личный опыт не может быть сведен к универсальным правилам. Чувство страдания всегда лично и переживается человеком… Достаточно. А теперь второй вопрос и от себя, пожалуйста. Это была песня о любви Бога к человеку, проникнутая благоговейной радостью и восторгом. Каждое дитя Всевышнего бесценно, неповторимо и любимо отцом своим. Нет такого человека на земле, которого Бог не любит. Его любовь беспредельна, для нее нет границ. И меня тоже любит. То есть вы устаете не от самой работы, которая ответственна? Ну да, финансовый директор – это много значит. От постоянного напряжения? От опасения совершить ошибку, снизить квалификацию. Это нормальное чувство ответственности. Отдыхом, я полагаю, вы называете чтение экономических книг и журналов. Ну, почему? Не только. Есть еще телевидение. Новости? Вообще-то да, но это же важно. Ваш сын учится на экономическом, так? Да. Жена тоже экономист. А вот жена, она испытывает подобные проблемы? Не знаю. Она не жалуется. А почему? Возможно, потому что она отвлекается на выполнение очень простых, но нужных семейных обязанностей. Она следит за порядком в доме, за своими мужчинами. Кстати, у вас галстук сбился на бок. Спасибо. Скажите, вы умеете что-то делать своими руками? Какую-то, ну, несложную механическую работу? Вязать умею. Меня бабушка научила. Вязать великолепно. Вот и будете это делать каждый раз, когда почувствуете усталость или не сможете заснуть. Почему вы смеетесь? Вам кажется глупым, что вы такой крупный начальник, заключающий серьезные сделки, будете проводить вечера со спицами в руках? Тогда еще по 30 минут во время обеденного перерыва прямо на работе. Вы шутите? Ничуть. Здрасте, здрасте. Поступил он к нам неделю назад. Явно аномалия не прослеживается. Здрасте. Но поведение его не то чтобы неадекватно, я бы сказал, амбивалентно. Абсолютно ваш пациент. Основной диагноз какой? Неоперабельная аневризма аорты. Прогноз? Такой же, как и у остальных. Думать о вечности. Я понимаю.
Сколько ему осталось? Бог его знает. Его перевели сюда, из дома инвалидов. Угу. Он прожил там 25 лет. Он все равно ничего не помнит. Амнезия? Возможно, и придумывает. От имени своего отказывается, почти не разговаривает. Человек без прошлого, без имени и без будущего. Вот я и говорю. Находка для вас. Здравствуйте. Не помешаем? Как вы себя чувствуете? Я ваш личный психолог. Можете обращаться ко мне с любыми вопросами, с просьбами. Буду стараться помочь вам. Меня зовут Анна Валентиновна Белова. Кстати, как вы устроились на новом месте? Вам плохо? Вас зовут Нет. Данилов Анатолий Петрович? Нет. Вам 64 года? 65. Расскажите о себе, о своих родителях, где родились. Расскажите, что помните. Что с вами, Анатолий Петрович? Присаживайтесь. Присядьте. Извините, я не могу говорить. Присаживайтесь. Я хочу побыть один. Простите. Уйдите, пожалуйста! Я завтра снова приду сюда и опять навещу вас. Анатолий Петрович, что вы так разволновались? Оставьте меня одного, пожалуйста. Ну, что скажете? Неконтактный. Извини, что опоздал. Привет. Что у тебя с телефоном? Я звоню, звоню. Не успела заплатить. А мне, представляешь, дополнительную пару поставили. Опять? Кулажевская заболела. Можешь спросить, кого хочешь. Я слышал, тебе предложили статью написать для французов. Ты гордишься мной. Ты даже не представляешь, как. Надо сначала дать название, тезисы. Поедем ко мне. Не могу. Мне ребенка забирать. Честно говоря, уже опаздываю. Ты же не обижаешься? Я прождала тебя 1,5 часа. Просто скажи нет. Ну, хочешь, подвези меня до садика. Еще 15 минут побудем вместе. Нет. Подождите, я помогу. Куда ведет эта аллея? К озеру. Может быть, вас проводить?
Как вы себя сегодня чувствуете? В прошлый раз вы были очень расстроены. Почему вы выбрали именно эту профессию? Возможно, мне было самой очень тяжело и захотелось помогать другим. Что-то получается? Скажем, я довольна результатом. Вы счастливы? Возможно. Однако давайте все-таки вернемся к нашим проблемам. Все, что происходит в глубине души, человек не хочет выставлять на показ. Да и скрыть невозможно. Люди прячутся за масками. Вы знаете, все это очень интересно, но давайте вернемся к нашей теме. Потому что вам нужна помощь, и я пришла ее оказать. Да не нужна мне помощь. Вы так решили? А как мне может помочь человек, который не в состоянии разобраться даже с самим собой? Это вы обо мне? Но вы же меня совсем не знаете. А вы вообще себя не знаете? Очень интересно. Я вот смотрю на вас. Это даже не маска, а такая великая стена, баррикада, за которой скрывается человек. Как у вас тщательно уложены волосы, волосок к волоску. Вы успешная, довольная жизнью, блестящая женщина. Зачем вы обманываете людей? Этим людям наплевать, кто вы такая на самом деле. Вы умная. Хотя бы умная, на том спасибо. Зачем вы стараетесь обмануть саму себя? Так. Все это очень красочно, все очень образно, но... Пациент вы, а не я. И, пожалуйста, я вас прошу, расскажите также красочно теперь о себе. Перестаньте. Ваши попытки лечить меня просто смешны. Вы растерянный, испуганный человек. На самом деле несчастный и одинок. Вы что, не хотите больше общаться со мной? Вы меня убедили, что помощь вам не нужна. Да я не о помощи говорю, об общении, простом человеческом общении. Ну что, никак? Доброжелательное отношение и внимание к нашим подопечным дадут им ощущение дома, тепла. Прошу вас, не забывайте об этом. Ну и, конечно, санитарный уровень. Все должно блестеть и радовать глаз. Анна Валентиновна, Анна Валентиновна. Извините, Степан Игнатьевич, я слушаю вас. У вас, говорят, возникли проблемы с новеньким. Может, пригласить Арнольда Кондратьевича? Ну, для консультации. Может быть. Я подумаю. Я согласен на вашу помощь.
пожалуйста, поработайте со мной. Что вам нужно? Отвечать на вопросы я буду. Задавайте любые. Что вам молчить? Интересно жизнь устроена. Все время боялся, что не дай бог. Отцу придется меня хоронить, думал, не переживет. А вышло вот как. Ты не думай, девочка. Я нормальный мужик. Просто к горлу подступил. А вы куда едете? Ну, или откуда, если не секрет? К отцу. А мама где? Мама умерла. А вы угощайтесь. Угощайтесь. Спасибо, я уже ела. Да не ели, я же видел. Угощайтесь, не стесняйтесь, правда. Держи, чтобы все это съела. Поняла? Это приказ. Это какое-то недоразумение, какая-то ошибка. Я никак не могу быть вашим отцом. Но Андрей Стрельцов, это же вы? Я? Ну, я не знаю никакую Валю Белову. Ну, как же? А вы вспомните. Ялта, море, горели фонари на набережной. И вокруг росли такие пальмы с длинными листьями. И еще играл оркестр. И все танцевали прямо под открытым небом. И вот тут вы познакомились и полюбили друг друга. Но вы не волнуйтесь. Мне уже исполнилось 19, и мне не нужны алименты. Да это недоразумение. Я на море-то первый раз попал, когда уже в академии работал. И не в Ялту, а в Сочи. А тот год я прекрасно помню. Я был в стройотряде под Красноярском. Где-то у меня было... Мне очень жаль. А что, мама именно меня называла вашим отцом? Мама не любила об этом говорить. Но иногда она упоминала вас, Ваську Бобра, Лёху, Майкла. Это мои однокурсники. Но вас чаще. Поэтому я решила, что именно вы... О, нашел. За высокие показатели в социалистическом соревновании. Вы на дату посмотрите. Угу. Теперь вы понимаете, что я говорю правду? И что вы собираетесь делать? Я
вернусь домой. Знаете что? Я напишу своему однокурснику в Москву. Это я здесь живу, вдали, а они там общаются между собой. Может быть, он сможет что-то узнать о вашей матери и об отце тоже. Может, вы заплатите за нее? Я же заплатил. Ну, я имею в виду ту дорогу, в город. У нее денег не хватило. Ну, ладно, ладно. Потом. Приехали. Держите. Угу. Через сколько вы обратно? Минут через 15. Возьмите за двоих обратно. Все время ко мне придирается. Мы даже провели эксперимент. Дали мой текст как чужой. А перед самым эфиром сказали, что это мой материал. Знаете, что она сделала? Она убрала мой сюжет из эфира. Это нормально, девочки? Лариса, ну ты же сама психолог. Ты не пробовала задуматься, почему так происходит? Задумывалась. Ну и к чему ты пришла? К тому, что я очень плохой психолог. Девчонки, ну все, ну ладно, ну все, хватит, давайте, давайте споем, давайте нашу, давайте. Раньше маму я не слушала, все жила своим умом. Все казалось, знаю лучше я. А у тебя как с этим? Все стояло на своем. Как у тебя с этим, слышишь? С кем, с Олегом, все нормально, все как всегда. И довольная собой вполне, все не верила я, что... Она придирается ко мне, потому что я замужем. Ты что, серьезно? Ты серьезно думаешь, что кто-то может завидовать тому, что у тебя есть вечно пьяный, затасканный, переспавший со всем, что шевелится, и давно вышедший в тираж муж? Люсь. Да? Это как старая затертая пятирублевка. Она вся в чужих отпечатках. К ней прикасаться не хочется. Не прикасайся. У других такого нет. Ну вот и поговорили. По каналам, а на какой волне в жизни он меня нашел. И теперь, что милый скажет мне, значит, так и хорошо. И теперь, что милый скажет мне, значит, так и хорошо. Я же просил тебя не мешать мне. Я случайно. Случайно. Ну вот, сбила с мысли. А что ты пишешь? Докторскую диссертацию. А зачем? Чтобы стать доктором наук. Для чего? А для того, что когда написано кандидатская, нужно писать докторскую. Аня? Аня, иди сюда, пожалуйста. Вот что это? Это? А это, чтобы ты заметил. Я специально так вымыла.
Ты же ничего не видишь вокруг себя. Ты только пишешь, 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 пишешь. А я хочу, чтобы тебе было приятно. Мне приятно. Ну, почему ты считаешь, что я ничего не замечаю? Вот занавески новые. Да это я старые постирала и разрезала пополам. Пополам? Пополам, да. А вот цветок действительно новый. Это мне тетя Нюра дала. А ты уже познакомилась с тетей Нюрой? Да. Только вот если бы я тебе не сказала, ты все равно ни за что ничего не заметил бы. Привет. Привет. Решил заглянуть в гости, ты не против? Нет. Ну что же ты? Здрасте. Здрасте. Ну что ты стоишь? Иди к себе в комнату. Чай будешь? А я-то думаю, что ты все не звонишь и не звонишь. И не приходишь, свидания не назначаешь. Все понятно. Женщину в доме завел. Не говори, пожалуйста, глупостей. Какие перемены. Она, наверное, тебе и стирает, и еду готовит. И вы целые дни проводите вместе. Она и ты. Ты и она. А чем еще вы занимаетесь длинными осенними вечерами? Ну перестань. А что ты покраснел? Я не покраснел. Нет, ты покраснел, я же вижу. Ну прекрати, она еще совсем ребенок. Да? С такой грудью? Илона, я уже взрослый ответственный человек. И потом я вдвое старше ее. В конце концов, ну хватит об этом, мне неприятно. Да? Ну тогда обними меня. Мы так давно не виделись. Слушай, ну убери ее куда-нибудь. И ты мне будешь что-то рассказывать? Все понятно. Умные женщины по-прежнему не пользуются спросом. Расскажите все, что помните о себе. Данилов Анатолий Петрович, бывший строитель. Семьи нет. В прошлый раз вы все отрицали. Я же говорил, все стерлось. Откуда у вас эти шрамы? Не помню. А что вы помните? Ничего. Ничего интересного. А что вы любите больше всего? Природу. А вам не обидно, что ваша жизнь сложилась именно так? А как она сложилась? Вы не чувствуете себя одиноким? А как можно чувствовать себя одиноким, если мы все как на ладони перед Господом, Богом нашим? Вы верующий? Ну, скорее, просто зрячий. У вас есть объяснение всему. Ну, зачем объяснять, потому как все ясно. Мир создан разумно, это же очевидно. А что она дает, эта разумность? Понимание судьбы. И какое оно, ваше понимание судьбы? Это ваш разговор с ним. Так вы разговариваете с Богом? А как вы с ним разговариваете? Слышите голоса? Объясните. Почему вы смеетесь? Вы хотите решить сложные вопросы простым способом. Это наивно. Ну все, на сегодня поработали. Спасибо. О, поработали. Я что, для вас материал, чтобы вы со мной работали? Да, материал.
тоже я тогда. А вы еще придете? Скажите, я прошу вас, придете? Приду. И это все? Каждый врач имеет в своей практике хотя бы одного не поддающегося классификации больного. Ты хочешь во всем быть исключением? Нет. Отдельный нетипичный случай. Какой-то полоумный старик, а ты мудришь. Он не полоумный. Все хочешь по полочкам расставить? Разложить на составные части. Откуда у тебя такая мания к порядку? Зато ты очень любишь неопределенность. Это ты о моей семье. Хочешь уколоть меня? Почему? Почему уколоть? Открытым текстом говорю. Не начинай старую песню. Лучше расскажи про статью. Ты ее пишешь? Нет. Почему? Этот старик, он мне все карты путает. Сбивает. У тебя еще есть? Есть. А то я свой потерял. Плюнь на своего больного. Не вписывается в общую картину, выкинь его. И сохрани картину. Хороший совет. Профессиональный. Поехали к тебе. Не могу. У меня сегодня еще консультации. Жалко. Я, конечно, умом все понимаю. Я ни в чем его не виню после всего того, что было. Когда вся жизнь уже прошла, вы меня понимаете? Угу. Я не знаю, как жить теперь, что мне делать дальше, кому я такая вот нужна. Я вас не задерживаю. Нет, нет, говорите, я слушаю. Мне больно, обидно, мне просто выть хочется. Я хожу одна по этой пустой квартире, в которой мы столько лет прожили вместе. Вы себе представить не можете, как мы были счастливы. А сейчас, как ненужная вещь. Знаете, как собака, которую взяли и бросили. Вот просто как собака. Уже проснулась? Угу. Подойдешь к 12 на конечную остановку автобуса. Мы тебя тут заберем, хорошо? Ты возьмешь меня с собой? Да, только оденься потеплее и не опаздывай. Аня! Аня! Что это? Что ты с собой сделала? Тебе нравится? Убирай это, иначе ты никуда не поедешь. Почему? Смывай все! Это просто поездка в лес со служивцами, а не поход в ресторан. Ты выглядишь нелепо! Вырядилась, как неизвестно кто. Почему я не могу быть нарядной? Потому что ты считаешь меня ребенком, а я не ребенок. Я, может, не так много знаю, как ты, но это совершенно не означает, что я дурочка. Второй сорт. Не говори глупостей. Дельфины. Солнце светит и смеется над зеленой волной. В море рыбу ловят финны и какие-то японцы едут в Африку домой.
обижайся. Я не обижаюсь. Я не считаю тебя дурочкой или какой-то неполноценной, второсортной. Никогда не называл тебя так. Да наоборот. Я очень уважительно отношусь к тебе, как к абсолютно равному человеку. Тогда поцелуй меня. Что? Поцелуй. Нет, не так. По-настоящему, как взрослому. Что ж это? Анна Валентиновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Никак не могу вас застать. Где тема для французского журнала? Я принесу. Завтра или послезавтра. Через пару дней точно. Что горы не горы, а реки не реки. Здравствуйте. Похоже на то. Сомнения предшествуют прозрению. Это нормально. Надеюсь, вы правы. Но если вы не принесете мне статью в срок, я вас уволю. Здравствуйте. Вы говорили, одиночество не существует. Я хочу понять, почему. Так что насчет одиночества? Послушайте, в прошлый раз вы умоляли меня прийти, я пришла. И что? А я не помню, что говорил в прошлый раз. Не помню. А я вам напомню. Вы говорили, что беседуете с Богом. Как это? Я ничего такого не говорил. А, значит, что-то вы все-таки помните. Чего вы хотите? Понять. Как вы разговариваете с Богом? Ходите в храм, молитесь, поститесь. Читаете Библию. Вам открылась божественная истина. Как? Как? Да все просто. Я понимаю, что все, что происходит, имеет смысл. Значит, случайности не существует? Нет. А жестокость, несправедливость существуют? Несправедливости не существует. И жестокости не существует? Не существует ни плохого, ни хорошего. Значит, нет никаких норм? Нет, есть. Есть, но только между людьми, но не там. С тобой там говорят судьбой. Ты отвечаешь выбором, поступком. Поэтому и одиночества тоже нет. Иначе какой смысл? Вы злитесь. Ничего подобного вам показалось. Не показалось. А вы ничего не видите? Ничего. Почему? Вижу. Вон Танечка и Ковалев, это тоже смысл? Они безнадежно больны и скоро умрут. У них нет никакого будущего. Они обреченные люди. А их никчемный роман не ко времени. Он только подчеркивает это. Да вы не знаете главного.
Говорите, у них нет будущего, а Танечка вот ждет ребенка. У них на двоих одна мечта, чтобы Танечка успела родить. Да это ненормально. Это дико. Любовь на краю могилы, роды при смерти. Это патология. Вы так ничего и не смогли понять. Что должно понять? Зачем я с вами вообще начал разговаривать об этом? Все слова напрасны, все бесполезно. Вы никогда не поймете. Никогда. Да у вас нету ничего человеческого. Вы слепая. Возьмите себя в руки. Вы слепая. Возьмите себя в руки, я говорю. Два кубика димедрола внутривенно прямо сейчас. Зачем? Что вы делаете? Юрий Николаевич! Юрий Николаевич! Ну что здесь необычного? Эмоционально неустойчив, поглощен своими идеями. Уровень интеллекта разве что выше среднего. Больше ничего интересного. Не понимаю. Что ты не понимаешь? Не понимаю. Как человек может учить одному, а жить совершенно по другим законам? Ты сейчас про меня? Про тебя. И про себя тоже. Чушь. Ты не станешь из-за какого-то старика менять всю свою жизнь. Этим ты ставишь под удар свое будущее. И мое тоже. И твое? Интересно. Поподробнее, пожалуйста. Перестань. Ты прекрасно знаешь, что у тебя никого нет, кроме меня. Никого. Хочешь, я поработаю над твоим материалом? У меня практически все написано. Готово, и практически все валится из рук. Из-за меня это никогда не выходило из колеи. Никогда. Алексей Петрович, Анна Белова беспокоит. Хочу показать вам историю одного больного. У вас найдется свободное время? Хорошо. Отдай, ну отдай, ты все равно ничего не поймешь. Почему-то я ничего. Я тоже хочу учиться. Энергосбережение при производстве панели данным методом составляет от 37 до 42%. Потрясающе. Особенно мне нравится вот это вот место. По материалам Андрея Стрельцова. Фантастика. Ты не даешь мне сосредоточиться. А ты все равно не работаешь. Ты сидишь, смотришь перед собой и улыбаешься. Неужели? Да. Это все из-за тебя. Вот это вот моя мечта. Твоя мечта? Ну да. Мексиканцы? Мексиканцы? Все равно я тоже так хочу. Я так отчетливо это вижу. Я на балконе в таком длинном платье. Внизу стоят эти мексиканцы и поют мне серенаду. Красиво. Ты это серьезно? Да. А почему именно мексиканцы? Я не знаю. Я не знаю. Но в моей мечте именно они. А что, это глупо? Мечта должна быть или глупой, или недостижимой. А то иначе это получается просто план на будущее. А ты споешь мне серенаду? Нет. Даже на день рождения. А я бы спела хоть сейчас. Парле, парте де форе, парнкоре, парлюди. Парентер, ле короле, парлипино. Старик из 12 у себя? Он к озеру пошел. Такой дождь. Я вот за ним иду. Давайте я. Thank you.
Анна Валентиновна, у меня буквально пара минут до операции. Алексей Петрович, я ждала бы и дольше, но мои пациенты не могут. Помогите мне. Ну, диагноз поставлен точно. В принципе, здесь и не может быть двух мнений. Лечение на данной стадии лишено какого бы то ни было смысла. Сколько ему осталось? Алексей Петрович, у нас все готово? Да, иду. Но я же не гадалка. Вы поговорили бы с врачами, которые наблюдали его раньше. По моему мнению, где-то с месяц. Но лучше еще раз его смотреть. Извините. Алексей Петрович, помогите мне, пожалуйста. Мне очень нужно. Я позвоню. Спасибо. Я здесь работаю всего полгода, так что сказать ничего не могу. Все старые материалы сдаются в архив, но нас несколько раз заливало. Даже не знаю, чем вам помочь. Но, может быть, кто-нибудь из врачей работает здесь долго и помнит, как он поступил. На такой работе и при этих зарплатах кто здесь выдержит больше года? Может, только из больных кто помнит? Вы уже были здесь, когда он поступил? Нет, конечно. Уже никого из тех, кто тогда был, нет. Но рассказывали, что его перевели сюда из больницы. А там он долго пролежал. Чуть ли не полтора года. Он же под поезд попал. Под поезд? Да. Чуть выжил. Его штопали, штопали. И память у него пропала после того. Человек он тихий, добрый. Сильно-то разговаривать не любил. Все один да один. Значит, память у него пропала после травмы. И он никогда ничего не вспоминал. Нет, его ведь даже не опознал никто. Потом в милиции установили личность по пропавшим без вести. И выдали документы. Но он не признал имени. Вот и все, что я знаю. Почему вы никогда не рассказывали о том, что попали под поезд? А вы меня никогда и не спрашивали. И вы ничего не помните об этом происшествии? Почему не помню? И очень хорошо помню. Я сам бросился под поезд. Вы решили покончить жизнь самоубийством? Нет. Это не точное выражение. Это... Какое точное? Это наказание. Или казнь. Это точнее будет. Хорошо. Тогда почему вы решили казнить себя? Я когда-то совершил проступок, который дал страшные последствия, не задумываясь, походя. От этого тяжелее всего. Может, вы слишком критичны к себе? Или это просто плод вашего воображения? Нет. Можно методично, целенаправленно, изо дня в день строить свою жизнь, быть терпеливым, быть упорным. Но однажды один гнилой кирпичик на самом основании, который для тебя ничего не стоит, трескается вдруг, и дом
рушится. Вот это цена поступка. Хорошо, вы сами сказали, что совершили этот поступок мимоходом. А в том-то и дело. Это еще тяжелее. Потому что намеренная подлость, она проста, она понятна, она видна каждому. А вот невольная. В ней безразличие, малодушие, которое почти всегда становится судьбой. Вы меня понимаете? Да. Вы решили казнить себя. А что было дальше? Ничего. У меня это не получилось. Мне было отказано в праве на смерть. Мне как будто было сказано: ты что думаешь? А делать-то так легко? Ты думаешь, тебе решать, быть наказанным или нет? Вот поживи с этим и подумай, почему это приключилось именно с тобой. Я знаю, что со мной ничего не случится. Ничего. Пока я не буду понят и прощен. А так, ничего. А как вы узнаете, что это случилось? Я пойму это. У вас нет амнезии. Я не знаю. Сумасшедший дом. Я в нем выдержала. Да, по-моему, она счастлива. Лариска? Да. А ты как? А у меня все в порядке. Да ладно. Ты всегда говоришь, все в порядке, ни о чем не рассказываешь. Потому что у меня всегда все в порядке. Проходите. Вы не скучаете, девочки? Mm-mm. Так, сейчас. Мама, папа сказал петарды принести. Ага, какие петарды? Так, это, на. У нас нет никаких петард. Он специально купил. Ага, купит он тебе специально, пойдем. Мама, ну давай. Ой, давай, давай, потом петарды. Ой, какие девочки вам побежали? А я ей завидую. Ну да, конечно. Ты же еще несчастней. Сирота одинокая, никого нет. Ни ребенка, ни даже собаки. И, видимо, уже не будет. Возраст не тот. А ну, прекрати, Люсь. А что я такого сказала? Да ничего. Ну что, пойдемте уже, девочки, а? Как ты там говорила? Умные женщины по-прежнему не пользуются спросом. Кажется, пойдем, самая умная. Пойдем. Дай лапу. Шири. А? Да, мой.
Андрей! Андрей! Ковалев. Здравствуйте, да. А где Танечка? Она в парке. Как она? Танечка, вроде ничего. Теперь с вашим стариком гуляет. А поначалу мы испугались. С утра ее нигде найти не могли. Она просто в здание не захочет. Но старик ведь тоже не вечный. Что тогда? Меня раздражает теща. Мы живем с ней в одной квартире. Я знаю, все не любят своих тещ, но у меня это больше, чем любовь. Я из-за нее не вижу ни своей семьи, ни детей, ни дома. Я только слышу, как она ходит по дому, шаркая своими старыми тапками. Я постоянно вижу грязные ручки дверей и шкафов, потому что когда она готовит, она не моет руки, за все хватается. Все в какой-то муке, в каком-то фарше. Я не могу смотреть телевизор, потому что я телевизора не вижу. Я вижу согнутую спину, которая качается. Я не знаю, вот у нее такая привычка. Когда она ест, она так причмокивает. У нее плохие протезы. Я не могу есть, у меня кусок в горло не лезет. Не могу пить, я не могу спать. Я не знаю, что с этим делать. Ну так убейте ее. Как? Обыкновенно. Не понимаю. Это просто. Сначала мысленно. Попробуйте, попытайтесь. Закройте глаза. Представьте, как вы будете убивать свою старую, противную, никому не нужную тещу. Что вы говорите? Как вам больше нравится? Задушить, отравить, зарезать? Не можете? Почему? Почему не можете? Потому что вы представили, что вы когда-нибудь тоже станете старым, противным, никому не нужным, с плохими протезами. Это глупые мысли. Вы гоните их от себя. А может быть, еще хуже? Вы вдруг представили, что когда вы станете старым, больным, никому не нужным, вы все равно будете иметь право на сострадание.
На чувства, на любовь, на внимание. Отвечайте, ну, отвечайте. Анна Валентиновна, вас Арнольд Кондратьевич срочно требует. Что с вами происходит? Вы отдаете отчет своим поступкам? Ну, как можно вот так запросто отдать собственную работу? Я не понимаю. Ну, хорошо. Вы решили сделать подарок. Но как быть с коллективом, который помогал вам? Как вы могли вот так перечеркнуть их труд? Честно говоря, ваши отношения ни для кого уже не секрет. Но все же, 5 причин, за которые стоит быть благодарным смерти. Белозельцев Олег. Даже не изменил ваше название. Научные мысли и труд не могут передаваться в качестве личного подарка. Это заведомый обман научного сообщества. Я вас не понимаю. Даже я. Ну что вы молчите? Можно мне взять отпуск за свой счет? Хотите избежать от проблем? Но вы же знаете, что это не помогает. Аня, Анна Валентиновна, вы совершаете ошибку. И должны это понимать. Когда вы одумаетесь, я готов вам помочь. Слышите? Ваш кофе. Спасибо. А это можно убрать? Угу. Это Рыбкин. Извините, что заставил ждать, много работы было. Но теперь смогу осмотреть вашего пациента. Как он себя чувствует сейчас? Я не знаю, я давно там не была. Приболели, что ли? Да, немного. Тогда поправляйтесь и звоните мне. Затягивать нельзя, сами понимаете. Хорошо. Я себя хорошо чувствую. А будете еще лучше. Состояние ничуть не изменилось, что довольно нетипично. Давать прогноз такой ситуации было с моей стороны крайне опрометчиво. Он всем говорит, что не умрет раньше положенного срока.
Ну, значит, этот срок еще не настал. Вы серьезно? Значит, миф о его бессмертии подтверждается? А мифы тем и хороши, что они не требуют ни подтверждений, ни опровержений. Спасибо, Алексей Петрович. До свидания. Всего доброго. Степан Игнатьевич, только не отговаривайте меня. Я хочу забрать к себе Танечку. Конечно, если она не против. Ей тяжело здесь. Я хорошо подумала. Хозяйка, куда встать? Давай сюда, к стеночке. Простите, что пришлось опять вас обследовать насильно, но это ради вашего же блага. Благо, да. Все большие ошибки совершаются с формулировкой блага. Многие даже не знают, в чем оно действительно состоит. А вы знаете? Ну, расскажите мне, объясните. Я уже во всем готова с вами соглашаться. Вы изменились. Ну, что ж такое благо? Как найти его? Ну, оно так, в мелочах. Всего лишь? Да, в простых, обычных мелочах. И не пробуйте обрести благо, потому что оно есть или его нету. И не старайтесь искать его. Это бесполезно. Оно приходит в какой-то определенный момент. Вот нету ничего, и вдруг все становится понятным, ясным. Это называется инсайт, озарение. Возможно. Анна Валентиновна, извините, Степан Игнатьевич просил зайти к нему. Да, сейчас. Спасибо. А вот Танечка, это благо. Вы думаете? Я уверен. Танечка, это благо. Анна Валентиновна, тут вот Олег Николаевич у нас с рекомендацией от ученого совета. И вот с одобренной программой научной работы. Мы теперь будем работать вместе. Ты ведь не будешь возражать? Меня главным образом волнует вопрос ставки. Она у нас одна. Значит, придется делить ее. Делите, конечно. Делайте, как вам удобно. Аня, подожди. Не уходи так. Я же, в конце концов, для нас старался. Нет никакого нас, Олег. Живи, как хочешь. Как можешь, живи. Я же помочь хотел. Для твоего же блага. Для блага. Анна Валентиновна, вы не обижайтесь на меня, Бога ради. Я действительно не знаю, как выйти из этого положения.
Степан Агнатьевич, давайте завтра об этом поговорим, хорошо? Хорошо. А эти кораблики, их как-то нужно специально делать. Делайте, из чего хотите. Можете корабликами считать маленькие кусочки белой бумаги. А эти кораблики, их нужно пускать по реке в каком-то определенном месте? Куда хотите, можете хоть в окно, только вы должны точно понимать, что они никогда не вернутся, никогда. Никогда? Никогда. Никогда. Угу. Я поняла. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, Анна Валентиновна. Здрасте. Вот, отмучился. Это для вас. Алло. Анна Валентиновна, вы просили перенести все консультации, но уже прошла неделя. А
отмени, пожалуйста, все. Еще Кивалов вам несколько раз звонил. Кивалов? Это у которого была проблема с тещей. Он очень хотел поблагодарить вас лично, потому что вы его полностью излечили. Спасибо, Оля. Анна Валентиновна, что-нибудь случилось? Нет, нет. Нет, до свидания. Привет, старик. Рад, что у тебя нашелся хотя бы какой-то повод написать мне. Хотя и повод нехилый, дочка объявилась. Я когда нашим рассказал, они со стульев попадали. Просили передать тебе свои сочувствия. Никто из них никакую Валю не помнит, ни Васька Бобер, ни Леха, ни Майкл. Но это не все. Мне тут на ум пришло. Помнишь, там в нашем стройотряде рядом зэчки работали? Ту девушку, с которой ты познакомился, ее не Валю звали? Я нашел у себя фотографию, если ты ее не помнишь. Анна Валентиновна, он шевелится. Я чувствую. Вы здесь, да? Чувствуете? Почему вы плачете? А можно посмотреть? А кто это? Это моя мама и папа. Красивые. И молодые. Написан. Прочитай. Не знаю, есть ли у меня право называть тебя дочерью, сумеешь ли ты до конца понять меня. Но единственное, что я могу дать тебе взамен всего отнятого, это правду. Только она такая, как есть. Даст тебе возможность стать свободной. Очень хочется написать: люблю тебя и всегда любил, но не смею. Это вы мне? Вы, Белова Анна Валентиновна, Менделеева 1743, окна во двор. Да, это я. Se dice que son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo me intento discutírtelo, no sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Que a veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí misma.
смог. Me abrió tu paraíso.